Я, кстати, смотри, что могу. Во, мне кажется, так намного лучше. Сентябрь начинается с того, что Вивьен нас заскамила. Вот серьезно, я до последнего верил, что редизайны закончились. Основная шестерка показана, и нас ждет хотя бы тизер от Аля Хасби. Да и вообще никаких упоминаний не было, ну, кроме вот этого. Кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Я там свеженькие новости из-за Аля Хасби и адского босса публикую. Залетайте к нам и подписывайтесь, ссылочка в описании. Походу, Хэт Тиф нас троллила, и они решили запостить редизайн сэра Пентиуса. Ну, хоть слава яйцам, его вообще из сюжета не удалили. Мне слишком нравится этот безумный змей-летчик со своими яйками. Так что, пацаны и девчата, все. Не ждать нам трейлера от Аля Хасби еще очень долго. Тенденция сохранилась, и теперь и дальше каждый месяц мы будем получать по редизайну вообще всех персонажей от Аля Хасби. Их там так-то немало. Сэр, мать его, Пеншус. Простите, эта шутка будет вечной. Что поменялось? Находится он, судя по вот этим шестеренкам, на своем новом дирижабле, который выглядывает из измененного от Аля Хасби. Вот если присмотреться в эти окна, то они один в один, как на этой картинке. Шляпа стала другой формы, а также уменьшили поля почти полностью. Ну и очки пилота в дизайн добавили. Также убрали глаз, который выглядывал из-под его пиджака, точнее переместили прямиком в бабочку на шее. На его змеином капюшоне уменьшили вот этот оранжевый кружок. Ну и на туловище убрали лишние глаза. Вместо рядов глаз теперь просто вниз по одному глазу друг за другом изобразили. Хорошо, что яички не поменяли, а то было бы обидно. Короче, сэра Пентиуса поменяли, ну, супер минимально. Цвет тоже почти не изменился, просто свет из окон на него так падает. И это супер круто, я так рад, что у моих любимчиков из отеля Хасбин вообще не поменяли ничего в плане дизайна. Если вы еще не видели прошлые редизайны, то я собрал их очень красиво в одном плейлисте, ссылку на который я оставил в описании, и вот еще всплывашка вверху экрана. Напиши, что ты думаешь насчет редизайна сэра Пентиуса. Да и вообще напиши, кто тебе больше всех нравится из отеля Хасбин и почему, будет супер интересно почитать. Не забывай также подписываться на канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать будущие разборчики. А я с тобой не прощаюсь. Скоро увидимся.